впереди Новый год, и сейчас самое время сделать из вот этих обычных, самых простых свечек настоящий предмет с кондидизайном. Для этого мы будем использовать вот такую кондитерскую форму. Освободим свечки от этих железячек. Ну, я думаю, что вы уже догадались. Мы, конечно же, будем делать подсвечники нашего любимого розового алебастра. Пропорции примерно один к одному. Может быть, мы сделаем его немножко покруче, чтобы он быстрее застыл, чтобы свечи хорошо встали. И начинаем добавлять алебастр в воду. Помните, что алебастр всегда добавляется в воду, а не наоборот. Видите, идет реакция. Алебастр набухает, убирает воду и выпускает пузырьки. Ну вот так вот мы дали настояться, он набух, растворились все комочки. Видите, он у нас должен превратиться в жидкость консистенции кефира или сладенькой сметаны. Он должен легко литься. По-хорошему вот эту форму можно было бы разрезать на 6 частей, потому что, видите, она немножко прыгает, плывет, ее придется постоянно выравнивать. Ну, ничего страшного, начинаем разливать наш алебастр. Не доливаем его до конца, чтобы было место для свечек. Вот он уже начинает густеть. Чтобы не испортить чайник, не забудьте тут же залить воду. Вот такая поверхность у нас получилась. Мы можем попробовать просто пальцем избавиться от особо заметных крупных пузырей. Ну и все. Теперь мы будем пристраивать сюда свечки. Ничего страшного, если мы немножко зальем их, потому что потом, когда все застынет, мы сможем их сполоснуть просто под водой. Ну вот, 10 минут прошли, наши вазочки застыли. Ой, не вазочки, а свечки. Ну и теперь нам осталось избавиться от вот этих вещей. Мы это сделаем под обычной струей воды. Что же, по-моему, наши свечки получились очаровательными. Очень просто и очень мило. Это вполне может быть подарком вашим друзьям и знакомым. Ну вот и все, что мне хотелось показать вам сегодня. Мне остается только пожелать вам жить просто, красиво и счастливо. Увидимся. Пока.